порой камнем преткновения становится именно физика, ведь некоторые сдают ее далеко не с первого раза. Следующий! Здравствуйте, коллеги! Пока еще не коллеги. Справедливо урезонили дерзость взорвавшегося юнца. Скороход, вы уже шестой раз пытаетесь сдать экзамен. Чем вы сегодня нас удивите? Песня. Физики иранские очень быстро учатся, а потом страна Израиль будет долго мучиться. Так стоп! Тяните билет! Сила тока. Извините, у вас неправильно написано. Не тока, а только. Сила тока. Хорошо, пусть будет тока. В конце концов, не русский язык сдаю. Сила тока измеряется в метрах гегенца. Так хватит! Вы выучили основной закон Эйнштейна. Да. Запишите мне формулу на доске. Пишите. Энергия. Энергия — это буква Е. Е. Большое Е. Да заглавное Е! Е равно. Пишите. Энергия равно. Е равно пишите. Равно. Зачем вы прописью пишете? Зачем? Как обозначается равно? Как у нас обозначается? Параллельные прямые обозначаются равно. Да не вертикальные, горизонтальные. Горизонтальные прямые. Энергия равно масса М. Масса М умножить на С. На С умножаем. С. Мы не знаем букву С. Буква С, молодой человек. Буква С, да. Да не русская, латинская буква С. Русская С. Без Э, просто сы, сы, просто пишите сы, сы. Хрен с ним в квадрате. В квадрате. Что? Что вы? Буква С в квадрате должна быть. Да не в таком квадрате. Двойка в углу, молодой человек. Двойка в углу. В углу двойка. Мимо. Не в этом углу должна быть. Давайте подумаем, у нас много вариантов, где может быть двойка. Давайте, и снова мимо. Вы непроходимый тупица, вот!